Итак, приветствую всех подписчиков, а также гостей моего канала. Всем, кому интересна тема радио. Сегодня у нас будет рассматриваться трансивер Radio 76M2. Полностью самодельный. Вот, его, надеюсь, видно хорошо. Полностью самодельный аппарат. Ко мне он попал, ну его мне просто отдал один мой друг, знакомый радиолюбитель. Он переехал в квартиру. Вот. А вот этот трансивер ему тоже кто-то отдал. Он вроде бы как был в рабочем состоянии. Вот. И думаю, в квартире хранить его было проблемно. Он достаточно большой, тяжелый, а квартира маленькая. Поэтому он отдал его мне. Вот. Плюс он работает всего лишь на один диапазон, 160 метров. А в условиях квартиры, в условиях города антенну сделать проблемно на этот диапазон. И он отдал его мне. Давайте мы его сейчас как следует посмотрим. Вот. Два антенных гнезда. Но нет, это не для антенны. Один из них предназначается для наушников, другой для микрофона. Вот. Вот эта кнопка, это скорее всего тональник. Для тонального сигнала. Вот это у нас включение, выключение. И это тумблер расстройки. Я так понял, это вот здесь. То есть для более точной настройки. Так как он работает в режиме однополосной модуляции. Вот. Однополосная модуляция. Это расстройка. Вот это, по-моему, включение, отключение ручной регулировки усиления. Она вот здесь у нас. Это у нас усиление микрофона. Здесь автоматическая регулировка усиления. Она бывает ручная, бывает автоматическая. Вот. Здесь применяется всего лишь один диапазон. Несмотря, что здесь стоит галетный переключатель, диапазон здесь всего один. 160 метров. Вот, 160 метров. Вот такая вот примитивная, простая шкала. Ну, довольно-таки удобно пользоваться. Ну, в том плане, что приятный вот такой вот момент вращения. Удобно крутить. Вот большие ручки управления, они, конечно, все-таки здорово помогают. В том плане, что это удобно. Удобно крутить. Так, ну давайте посмотрим, что там внутри находится. Так, а вот что у нас находится здесь внутри. Так, ну давайте посмотрим. Это у нас КПЕ, конденсатор переменной емкости. Вот. Вот это у нас кварц. Это не лампа. Это кварцевый резонатор на 500 кГц. Вот видно. Достаточно. В советское время достаточно была дефицитная деталь. Вот. Так, смотрим дальше. Это экран. Это у нас конденсатор выпрямления, трансформатор силовой. Силовой трансформатор. Это стабилизатор. Стабилизатор питания. Обычный параметрический. Собран на транзисторе. Двух стабилитронах. Диодный мост. Конденсаторы. Вот. Дальше смотрим. А вот это вот самый выходной каскад. Сейчас я покажу видео. Это видно будет. Выходной каскад здесь вообще какой-то очень простейший. Вот это у нас транзистор 600 серии, а на выходе вообще стоял КТ-903, который был пробитый. Но сейчас в данный момент тут стоит 961 транзистор, не знаю, как он здесь будет работать, надо будет обязательно посмотреть. Вот, вот это реле, реле на антенну, переключает прием-передача, вот прием-передача. Но здесь больше
Ничего такого я не вижу. Вот. Давайте посмотрим обратную сторону. Так, а что у нас с обратной стороны? Так, с обратной стороны у нас гнездо антенны. Гнездо подключения заземления. А вот этот вот пятиштырьковый. Это у нас на включении педальки. Здесь также стоит, вот должен был стоять предохранитель, его нет. Еще какой-то вот штекер. На что он идет? Но это, скорее всего, на сетевое питание. На сетевое питание. Вот. Вот галетный переключатель. Скорее всего, он делался на несколько диапазонов, но вот ничего не получилось. Тут провода идут к нему, всего лишь два. Вот. Как видим, в принципе, неплохо он бы собран. Но не до конца доведен до ума. Один лишь 903 транзистор, но что он может дать? Я думаю, что мощность не более 1 ватта. Это очень мало. Вот. Поэтому, скорее всего, человеку, радиолюбителю, было неохота его дорабатывать. И поэтому он был заброшенный. Так, посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас вот несколько плат. Плата полосовых фильтров. Электромеханический фильтр. Очень дефицитная деталь. Вот так вот выполнен монтаж. Конденсаторы в любом случае придется менять, так как они уже, скорее всего, высохли. Еще одно реле стоит, еще один выпрямитель, еще одно реле. Это трансивер радио 7672. Простейший аппарат для начинающих радиолюбителей. Они шли на 80, на 160 метров. Говорят, что можно и на 40 метров его переделать, но я думаю, что для этого нужно прям совсем перебирать плату ГПД, катушек. Ну, не знаю, я не слышал, чтобы радио 7672 был на 40-метровый диапазон. Вот, вот такой вот он. Достаточно крупный, тяжелый аппарат. Тут вес основной, вот трансформатор. Вот больше здесь ничего такого нет. Веренерка работает очень четко, плавно. Осталось только включить в сеть и проверить. Здесь проблемы с ГПД. То есть он не всегда включается. Мне нужно будет разобраться. Я обязательно сниму ролик. Будем искать неисправность вместе. Я думаю, это будет полезно для начинающих радиолюбителей в поиске неисправных деталей. Ну, вот и все. Вот такой вот трансивер радио 7672 на 160 метров. Хороший аппарат. Думаю, стоит попробовать его восстановить хотя бы. Пусть на 1 ватт, но попробовать на нем поработать. Мой друг, когда мне его давал, он говорил, что включал еще в 90-х годах на прием. На прием он работал. Вот. У меня нет хорошей антенны сейчас для того, чтобы... Да и сейчас днем невозможно что-либо услышать на этом диапазоне. Поэтому попробуем вечером. Ну что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, следите за моим каналом. Для тех, кому интересна тема радио и любительской радиосвязи, я обязательно выложу еще много интересных роликов. Всем спасибо, всем пока, спасибо за просмотр.